Короче, друзья, всем привет! Я только что была на ресничках, и девочка, она сама из Днепропетровска. Она родила третьего ребеночка, вы представляете? Там такая красотулечка, пупсик такой родился, мальчик. Вот, и вчера у него уже исполнилось ему месяц. Короче, я после ресничек взяла, пошла, сходила в Корт Инглес, выбрала в классной фирменной марке ему такой комплект прикольный, типа как комбинезончик с футболочкой и панамочка на лето. Ну и так, чуть на вырос, знаете, потому что дети, они растут быстро, обычно летом они за пару месяцев вырастают на 10 сантиметров, это как минимум. В итоге я поняла, что я больше люблю делать подарки, чем получать. И всегда, когда я выбираю, знаете, вот не на отъебись, лишь бы что-то подарить и как бы отмазаться, а я выбираю как для себя, вот чтобы мне было приятно, как бы я хотела, чтобы мне подарили вот подарок. И это такой кайф, честно. Мне, во-первых, для детей ничего не жалко, потому что дети — это святое, а во-вторых, дружить тоже надо уметь, независимо какой нации человек, каких он взглядов придерживается. Просто я всегда общаюсь с людьми только потому, какой человек. Не по слухам, не по сплетням, не по каким-то его убеждениям моральным или аморальным, да? А потому, как этот человек относится ко мне. Я всегда зеркально. И вот к чему я это говорю. Ребята, просто делайте добро. Если в этом мире мы будем, каждый человек, он чем наполнен, то этот мир он и приносит. Если мы все будем делиться любовью, светом, позитивом и какими-то хорошими эмоциями, то, поверьте мне, будет гораздо легче всем нам жить. Возможно бы и войны не было, если бы с обеих сторон просто люди сказали, что мы не возьмем в руки оружие и мы не пойдем убивать. Но так, к сожалению, бывает только в сказках и в моих мечтах. Поэтому давайте заниматься любовью, а не войной. И делать друг друга чуточку, но счастливее. То, что вы отдаете, то и получаете. И поверьте, отдав десятину, вы получите в 100 крат больше. Такой закон Вселенной. Быть добру!